На сцене Центральной библиотеки состоялся спектакль «Алиса в Зазеркалье» по известному произведению английского детского писателя Льюиса Кэрролла. Актеры, принимающие участие в постановке, участники детской актерской школы «Старт». Наш мобильный репортер оказался среди многочисленных зрителей, побывавших на спектакле. А зал был действительно полон. И дети, и взрослые. Последним даже не хватило стульев. Пришлось расположиться в конце зала. Зрители смогли увидеть знакомых героев сказки в несколько ином виде. Пожалуй, лишь Алису узнали все сразу. Я тебя накажу. Вот возьму и накажу тебя за все разом. Ах, ты не знаешь за что? Я тебе объясню. Это первая большая постановка актерской школы «Старт» с начала года. Работа над спектаклем проходила весело и интересно, говорит художественный руководитель коллектива. Мы одна большая команда, мы одна большая творческая семья, поэтому мы, безусловно, все обсуждаем, но ребята умеют слышать и слушать. А значит, каждый новый спектакль мы делаем большой шаг вперед. Роль Белой Королевы в спектакле сыграла Мария Сосницкая, актриса хоть юная, но опытная. А если отнять у собаки кость, что останется? Время! Должно быть, ничего не останется. Останется собачье терпение. Арифметики не знает. Спектакль прошел быстро, на одном дыхании. А впереди у юных актеров новые планы. В год театра они хотят успеть многое.